Как меняется лицо ребенка после ортодонтического лечения? Давайте рассмотрим на примере моего пациента. Результат лечения в конце видео. У мальчика 9 лет с трудом смыкались губы. Была привычка прикусывать нижнюю губу. Из-за этого верхние зубы наклонились вперед, а нижняя челюсть располагалась сзади, то есть был неправильный прикус. Обратите внимание, какое пространство между верхними и нижними зубами. Именно здесь и располагалась нижняя губа. После диагностики приняли решение провести лечение на несъемном расширяющем аппарате и частичной брекет-системе. После расширения нормализовали наклон верхних зубов, и пространство для губы исчезло. Теперь и привычка эта у мальчика сойдет на нет. Обратите внимание, как изменилось лицо ребенка. Нижняя челюсть выдвинулась вперед, губы смыкаются без всякого напряжения, и в целом лицевые признаки очень улучшились. Раннее ортодонтическое лечение – это верный шаг на пути к созданию правильного прикуса и гармоничного лица ребенка.